Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скип, мы продолжаем играть в Ведьмак 3 Дикая Охота, дополнение Каменные Сердца. В прошлой серии мы чуток продвинулись по основному сюжету. Нам теперь нужно выполнить три задания атамана Ольгерда. Никогда не запомню его имя полностью. Но суть в этом. Пока что мы немножко отклонились от этой миссии нашей. И выполняем, в общем, какие-то второстепенные квесты. Нам сейчас нужно тайник найти шпионский. А там дальше посмотрим, как дело пойдет. Давайте быстренько сбегаем, найдем тайник. В принципе, деньги не помешают. Нужна ли плотва? По-моему, тут довольно близко. Особо никого нет. Ну ладно. Позовем лучше плотву. О, плотвичка. Иди сюда, родная. Давай, плотва. На тебе всяко быстрей. Угу. Вроде как где-то здесь тайник. Да, отлично. Держи. Под водой тайник. Вот, парни рыбачат. Сейчас немножко им рыбу распугаем. Так, что за фриз? Ладно. Так, давайте искать тайник. Я, кажется, понимаю, где тайник. Тайник вот. Ага, ага. Забираем. Так, вот у нас основное задание — встретиться с Шани. Пока что мы его немножечко проигнорируем. Там есть у нас второстепенное, которым бы хотелось заняться. Ну и, соответственно, тут особо-то ничего интересного и нет. Ну, ладно. Что-то, быть может, сможем продать или еще как-то пристроить. Давайте посмотрим задание, которым я хотел заняться. Дополнительная, это одна из последователей, что ли, атамана Ольгерда. Без следа розы на красном поле, это да. Вот, про убийство узнать. Насколько это близко от нас? А, я в том направлении двигался, отлично. Сейчас мы хату на окраине и туда сразу. Больше не будем откладывать. Давайте, здесь мы можем немножечко с помощью столба сократить путь, чтобы не бежать уж совсем. Жалко, что поближе не можем, но куда можем. Ну, а тут уже верхом на плотве оно как-то побыстрее будет, я думаю. Не забываем периодически сохраняться. Плотва. Ну, пошла. Ну и тут уже просто по дороге, наверное, лучше всего скакать. Плотве проще. Да, вот эту деревню я вроде как освободил недавно. Красивый мир в Ведьмаке. Не перестаем любоваться. Очень круто сделано. Скотина. Так. Ой, сколько тут гулей всяких. Это что, место назначения? Да, весело, ладно. Ну давайте, поехали. Так, я немножко не то хотел сколдовать. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Плотвичка, накидываем.
Плотву не трожь. Так, японский бог, идите нафиг. Так, 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 оп. Оу. Блин, а сколько их? А! Зазеваешься и получишь, как говорится. Что это может быть? Гарри, ты в меньшинстве, парень. Ну, вернее, ты один. Настрой, я и два меча. Ну, еще плотва, 4 нас. Соберем разное полезное. Ну, в общем, противник. Запах реагентов. Это что ж тут такое готовили? Запах реагентов. Интересно. А нам по запаху идти надо, что ли? Ну, так сейчас. Так, запах нас, по всей видимости, куда-то сюда ведет. Угу. Чем тут промышляли? Знакомый запах. Кажется, это Фиштах. Оборудование вывезли, осталось только негодное. Угу. Ну, давайте обыщем дом. Да, тут явно наследить успели. И записка. Ну да. Наркотики убивают. Давайте почитаем, что там пишут. Клюйверт, братан, будь начеку, кое-кто заинтересовался твоим бизнесом, они хотят сделать тебе предложение, от которого трудно отказаться, на твоем месте я бы его принял и свалил куда подальше, в Зериканию, например. Угу, ну тут опять все на наркотиках замешано. Походу его из-за этого могли и убить. Открытое окно, след сапога на кровати, кто-то торопился. Угу. Пойдемте у хаты осмотримся. Следы ног неровные, кто-то бежал туда. Пойдемте по следу, что делать. Интересно, далеко ли кто-то этот убежал? Или его настигли те, кто хотел отжать его бизнес, я так понимаю. Ну, либо стрясти энную часть. Так, тут что-то не то. Здесь он задержался, спрятался, потом побежал дальше. Понятно, что тут зацепочка очередная. Угу. Шрам на лбу. Похоже, это клюет. Болт в спине. Вошел глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния, со стороны деревни. Так, надо теперь следы человека, сделавшего выстрел, поискать. Интересно, как это сделать? Что-то не видно. Ну, где-то должно быть. Сейчас пробежимся, посмотрим. Цвета какого-то там двоерога. Давайте на карту взглянем, у нас больше отметок нигде нет. Нет, только тут надо искать. Очень странно. А, вот. Со стороны деревни он отсюда стрелял. Болт арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжелых доспехах. Пойдемте по его следу. Неужто он далеко не ушел? А, его, скорее всего, гулят и того самого приговорили. Следы копыт ведут в сторону пригорка, а там явно кто-то есть. Пойдемте в сторону пригорка, что делать? Ведьмачья наша работа, бегать по следам. Утопцы. Привет, ребята.
Не то, чтоб я дико рад вас видеть. Готов. Привет. Все, изи. Недолго утопцы портили нам общий вид. Ладно, идем дальше. Следы, 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 следы. Куда этот арбалетчик ускакал? Что он там хочет? Что он хотел в лесу вообще? Он искал монстра, которого убийца, скорее всего? Или он пытался тупо скрыться? Потому что, как показывает практика, тех, кто пытается скрыться в лесу, мы находим обычно растерзанными каким-либо монстром. Ибо леса здесь не такие, чтобы безопасные. Я бы лично по таким не особо бы бегал. Только если в компании ведьмака. Ну и то не факт, что ты выживешь. Ведьмак-то скорее всего. Так, что в этом доме? А вот. Наверное, ничего, зря залез. Как ни странно, но да, ладно, куда нам? Осмотреть лагерь рыцарей. Так, занятно. Что тут осматривать? А вот что-то. Давайте почитаем, что за документ. До меня дошли слухи, что заброшенная деревня Луковица обрела новых жителей. Банда обычных головорезов захватила ее и начала производство фистштеха. Мы не можем этого допустить, сим приказываю атаковать деревню и ликвидировать разбойников. Покажем им, где раки зимуют. Все оборудование и припасы забирайте в нашу лабораторию к северо-западу от Броновиц. Остальное уничтожите. Подпись Ульрих, ну и собственно приказ атаковать эти самые луковцы. Пойдемте обыскать теперь лабораторию. А, насколько она далеко? Достаточно далеко, стоит признать. Поэтому, само собой, Латвеечка, иди сюда. Что-то так робко там издали на меня посматриваешь. Не надо обнимать дерево, не стоит. Латва, ну. Все, понеслись. О, тут какие-то гады бродят по лесу. Но за них нам не платят, поэтому их нафиг. И вроде бы они ничего не охраняют. Ну, вроде как на первый взгляд. Может, конечно, и охраняют, кто их знает. Но какой-то отметки там не стоит явно. Потва, не тормози. Не бойся. С обрыва я спрыгивать еще не, как бы, хочу. Нас еще ждут слишком великие дела. А еще выйдет кровь и вино, там еще куча великих дел. Еще есть игра плюс. А, у ордена Пылающей Розы новая резиденция? Небогато. Слушай, ты, приблуда, не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Ну, чё ты тут торчишь? Морду тебе отполировать. У них, по-моему, у всех просто напрочь отшибленный инстинкт самосохранения, а так с ведьмаком разговаривать. Давайте пока по-хорошему попробуем. Интересно, что там внутри. Попахивает фиштыхом. Вы не будете против, если я там осмотрюсь, братишки? Мы будем. И еще как. Довольно шуток. Считаю до трех, и не, реально у них отбитый не было, мозг. Бродяга. Уразумел? Раз, два. Надо было поставить возможность. Я бы смог их
Заколдовать банально. Ну ладно, давайте драться. Три. Что вы, ребята? А, ну все нормально. Что хотели? Рассказывай. Что-то их прикольно вжало. Цип-цип, голи-голи. Воу-воу! Воу! Что сказать напоследок? У него чары! Меня вжало. Видели, какой подвох? Зараза. И ты, зараза. Ловко меня вжали. Чуть не убили. Так-то урон у них неплохой такой. Это было рисково. Но я сам виноват, по большому счету. Так, ладно, что у нас тут имеется? Всякая ерунда преимущественно. Так, грибы нафиг не нужны. Ага, там у нас дальше явно проход. Ну, пойдемте посмотрим, что у них тут за лаборатория или резиденция рыцарей. Пылающие розы. Вот тут газ этот, по всей видимости, ядовитый. Ладно, идем дальше. Тут лучше не падать. Ты кто? А ты чё? Он прибалдел, что ли? Чувак! Ему пофиг. Ну ладно. Вы как, ребятки? Что за дьявол? Я ведьмак, или как чаще называют меня твои собратья, выродок или мутант. Тебя здесь быть не должно. А рыцари Ордена Пылающей Розы не должны убивать людей и заниматься наркотиками. Верно, мы не должны. Мы должны защищать угнетенных, нести веру и вечный огонь. Но Родовид обманул нас. Он нарушил слово, послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда орден истек кровью, просто распустил его. Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями. А тех, кто осмелился перечить, изгнал или бросил в темницу. Нас осталась горстка, и мы должны были искать себе новое место в этом мире. Угу. Так, ну ладно. Ну ладно, не будем сильно уже грубить. Просто вы стали бандитами. И вы стали бандитами. Интересно, что сказал бы на это Зигфрид из Денесли. Зигфрид из Денесли? Откуда ты его вообще? Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Альдерсберга. Так и есть. И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель. С тебя! Так, походу, по-хорошему, не задалось. Это явно не задалось. Достаточно вежливой просьбы. Так, ладно, ребятки. Тогда мы воспользуемся помощью. Так, быстрая сортировочка. Нам нужен отличный яд повешенного. Очень полезно. Можно какой-нибудь отвар выпить, к примеру. Чтобы взять. Вот восстанавливать здоровье можно. Можно больше криты. Где криты? Давайте вот отвар из катакана, к примеру. Сейчас все кончится. Седой, убирай все, а? Ну давай. Цип-цип, голи-голи.
Так, ребятки, стоять. Не надо тут. Так, стой. Оп. Просто мясник из Блавикина. А, это Улерик тут крадется. Зря ты, зря ты. Ну это очень читерное заклинание. Иди ты. Так, я здоровье, правда, теряю. Вот этого мы сбить с ног не можем. Гад враженный. Ладно. А, так, тоже нет. А вот так вот. О. Давайте вот так, оп. И что-нибудь по Аксе, к примеру. Да выпендривался. Подачи у них довольно жесткие. Ну ладно. Бывает и такое, что поделать. Надо было не выпендриваться, уже просто всех запотрошить этим артом, да и все. Думаю, что так будет правильно. У меня все-таки сет, который дамаг очень плохо держит. Меня пробивает довольно просто, я не в сете медведя. Поэтому стоит все-таки как-то поаккуратнее это все дело делать. Зато у нас есть возможность, что? К примеру, нахамить. Тебя здесь бы... А рыцари орден... Верно. Так, это все проматываем, проматываем. Давайте, мне насрать. Мне на эти ваши жалобы и на вас насрать. Да так, что потребуются шахтеры из Махакама, чтобы потом до вас докопаться. Это жестко, да. Вы преследовали других. Теперь преследуют вас. Вам выпало именно то, что вы заслужили. Ведьмак-моралист. Забавно. Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. Я узнал тебя. Ты Геральт? Понятно. Так и есть. Из... С этого не кричи. Так, отлично. Вежливая просьба, все понятно. Давайте тогда без отваров. В данном сете отвары это не лучший вариант. Прямо скажем. Так, оп. Оп. Иди сюда, родимый. Оп. Так, отлично. Не будем сейчас выпендриваться и что-то более... О, сложно придумывать. И просто умрем. Кто меня, блин, убил? Что за подвох? Что ж, еще раз пробуем. В этот раз поаккуратнее все будем делать. Сейчас все кончится. В смысле, тебя почему не сдуло? Так, стоять. Так, почему ты начал бить? Мне не это тебе нужно. Не нужно, чтобы ты лег. Люблю ли ты сало с хлебом? Отличный вкус. Что сказать? Так, этот гад успевает достать, если хочет. Так, ребятки, оп, лег. Опа-па-па-па! Вот кто мне может накинуть.
Зараза. Он довольно сильно пробивает. Стоит признать. А, еще и стрелы, да? Кто? Кто посмел? Так, уходим. Надо аккуратней. Меня тут очень жестко пробивают. И очень жестко карают за ошибки. Так, ладно. Ульрих, привет, братюня. Вот сука. Так, вот и зараза арбалетная. Так, его сдуло немножко. Так, этого оттолкнем. Так, немножко ты не там бьешь. Минус арбалетный упырь. Так. Давай-ка на тебя мы поиспользуем веселый аксий. Вот, получи, гаденыш. Все. Вот и весь орден. Ну, доспех у меня, конечно, пробивается. Надо прям грамотно вот этими всеми заклинаниями пользоваться. Так, ладно, это всякое бухло и прочее нам... Не так, чтоб интересно. У меня этих всяких ингредиентов полно уже. Что-то может в сундуке. Опять доспех рыцарялый. Пылающий этой розы. У меня уже этих доспехов в предостатке. Может, что-то наверху хорошее. На, что-то незаметно. Пойдемте к заказчице тогда за наградой. Доделали мы этот квест. Отлично. Осталось получить награду. Воу-воу-воу. Награда-то отнюдь не порция газа. Кстати, имеет смысл чуть-чуть помедитировать у нас. Зелья подзакончились. Все отлично. Ну и выметаемся быстренько. Как далеко мне за награды идти? Вот в чем вопрос. Где она нам хочет награду дать? Ага. Это в город. Соответственно, надо вот сюда, к примеру. Вот вам. Будь так добра. Иди ко мне. О, молодчинка. Поскакали отсюда. Ничего нас тут уже не держит. Ну, нашли чем рыцари этой пылающей розы заняться. Варить наркотики, продавать. Ну и, собственно, промышлять грабительством, скорее всего. Шантажом, мародерством и тому прочее. В общем, во все тяжкие подались. Хотя не сказать, что они чем-то более... адекватным занимались ранее. В общем, сволочами были, сволочами остались, как по мне. Так, стоп, куда я побежал? Мне же надо к столбу, чтобы быстро О, домик. Она пошла. Чтобы быстро переместиться. А это где-то здесь. Да, уже рядом. Отлично. И нам надо еще раз продать немножко все. И все будет совсем хорошо. Посмотрим, что она скажет на это все. В общем, задание не свелось к банальному убийству. Ну, у нее и... Это кто ее был? Брат? Я уже забыл. Но он далеко не святой был. Варил наркотики и продавал. Поэтому я не сказал, что незаслуженно он там погиб. Вот Адель. Твой друг отомщен. А, друг это был. Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял.
Ну, почему бы и не рассказать? Это были братья Ордена, Пылающей Розы. И что ты с ними сделал? Жёг их раскалённым железом? Выколол им глаза? Спустил с них кожу? Нет, я просто их убил. Эх, такой красавчик и такой скучный. Вот тебе кошачьи глазки, твое золото. Купи себе на него пару унций куражу. Угу. В общем-то, вот оно и все задание. Хорошо. Теперь пойдем к Шане. Встретимся с ней. И узнаем, в общем-то, как нам с первым желанием справиться. Но будет это уже в следующей серии. На этом же всем спасибо за просмотр. Да, рыцари такие шастают. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.